Девиз IT-компании Novice Group – рост в два раза, говорит сам за себя. Основанная в 2007 году, компания уже более 13 лет расширяет свое присутствие в областных центрах. Одним из последних стал Брест. Novice Group – это все-таки аутсорс-компания, которая в первую очередь занимается разработкой программного обеспечения. Мы работаем фактически со всеми языками программирования и фреймворками, за некоторым исключением. Также у нас достаточно большой отдел PMBA, у нас есть дополнительно отдел дизайна, и мы работаем с VR, с дополненной реальностью. В этом году, вот правда, мы приняли, вернее, наше руководство приняло решение открыть новые офисы дополнительные, увеличить свое присутствие, скажем, в Бресте, в Гродно и за пределами Беларуси. Мы разрабатываем софт, программы в том числе, и разработка, она может вестись в нескольких моделях. Мы можем предоставлять свои ресурсы, сотрудников, квалифицированные кадры для компаний, которые разрабатывают какой-то свой продукт в качестве ресурса. Сегодня Novice Group набирает обороты и расширяется, а потому креативно мыслящих сотрудников, молодых специалистов встречают с огромным желанием. Способствует этому активное взаимодействие с профильными университетами в Минске, Полоцке, Гомеле и Витебске, откуда приходят как новички, так и разработчики с опытом. В перспективе у команды Novice Group привлечь к сотрудничеству и брестские университеты. Брест очень интересен, естественно, специалисты очень классные, ребят выпускают хорошо подготовленных, то есть, ну, здесь на самом деле есть поле для роста существенное, вот, есть варианты взаимодействия именно с университетами, есть даже очень интересные проекты, которые внутри университетов уже запущены, уже работают, допустим, с политехом, мы посмотрели их действующую лабораторию, связанную с робототехникой, очень классно ребята запускают собственные продукты, их знают уже на рынке, то есть они имеют выходы на внешний рынок. Технологии создания новых проектов завораживают умы на протяжении последних десятилетий и с каждым годом привлекают к себе все больше внимания. А потому стремительное развитие IT-компаний вполне объяснимо. В перспективе у Novice Group создание сейлс-офисов в США, Германии и Италии, что позволит представить себя на международном рынке IT-технологий, тем самым расширив список потенциальных клиентов.